Эй, всем привет. Ну что, я вообще потратил абсолютно всю выносливость. У меня было 20 хлеба, у меня только на F4 остался, скажем так, место. И я все потратил на элитные силы Зика, чтобы показать вам дроп 25 из 25. То есть вот здесь вот вы совершили, ну, поражение оно тоже не учитывается. Некоторые я там посматривал, мне просто было интересно. Я сейчас убил 25 сил Зика за раз. Представляете, за раз 25. Хотя, возможно, с 20. Если у вас все 4 отряда мощные. Тут нету 22-х, тут нету ничего. Тут есть только 25-е элитные силы Зика. Вот эти элитные. И все 25-е. Ну что, давайте соберем дроп и посмотрим, сколько с 25-х элитных сил Зика мне упало. Ровно 8 миллионов. И вот какой дроп. 384 черненьких, 96 сереньких. Вообще, на самом деле, очень мало. Очень-очень-очень-очень мало. Здесь, блин, можно больше их наполучать. Черных достаточное количество. Вот сереньких было, конечно, мало. Победите покинутых 28 уровня. Сколько на 3 дня будет идти, в принципе, начнется третий сезон, и мы сможем действительно 28-х победить. Ну и давайте посмотрим. Мы первые, это не считается, тут вообще какой-то глюк. 11 миллионов в клане. Это с самого начала такой вот какой-то глюк был, что-то. Что-то там люди сделали, и что появилось 36 тысяч. Но мы сейчас на первом месте с приличным отрывом. Так что, вот такие вот дропы. Вот что получилось. Если было интересно, как говорится, оставайтесь с нами. Спасибо.